Огонь был виден за несколько километров. Во вторник вечером в сортировке в рабочем поселке возник крупный пожар на территории предприятия, занимающегося утилизацией отходов и переработкой вторсырья. Языки пламени и высоко вздымающиеся клубы гари перепугали жителей сортировки. Пламя быстро распространялось на значительную территорию. По сообщению Департамента по чрезвычайным ситуациям, 21 сентября в 19:28 поступило сообщение о пожаре по улице Карпатская. На территории ТОО по переработке вторсырья произошло возгорание бывших в употреблении автопокрышек. Предварительно площадь пожара была 1000 квадратных метров. Угрозы зданиям и жилым строениям не было. Горение происходило на открытой территории. На месте было задействовано 12 единиц техники, в том числе автоцистерна емкостью 30 тонн, 45 человек личного состава ДЧС, а также пожарный поезд емкостью 100 тонн. В 3 часа ночи пожар ликвидировали. Вот работает ствола. Подаем ствол в теплоотражательных костюмах. Принятыми мерами пожар был ликвидирован ночью в 3 часа. Общая площадь горения составила 1000 квадратных метров. Жертв пострадавших нет. Причиной пожара стал открытый источник огня.